на квартиру этого чувака. Ну, так пробовал недолго, минут 10, не больше. Вышел с двумя сумками. Скорее всего, в них и находится коллекция. Сел в машину и уехал. Савельев у него на хвосте. Очень хорошо. А, значит, все-таки нужны опера. Я никогда не говорил, что оперативная работа осталась в прошлом. Не говорил, что вы не нужны в нашей конторе. В конце концов, есть вещи, которые вы делаете лучше, чем мы. Ой, да ладно. Например? Например, стреляете. Ну, это конечно. Ну, сегодня, думаю, обойдется без стрельбы. Конечно, обойдется. Я вызвал СОБР. Что ты сделал? СОБР вызвал. Спец этот ваш, или как его там? Человек подготовленный. Я, конечно, понимаю, что ты любишь рисковать. Но зачем рисковать твоими людьми? Или тебе это доставляет удовольствие? По-моему, лучшая операция – это та, в которой не было ни одного выстрела. Вот что ты за человек, а? Хочешь поговорить об этом? В машине Купцова было взрывное устройство. При задержании могли погибнуть не только преступники, но и бойцы СОБРа. Поэтому я отдал приказ. Владимир Александрович, вы не могли знать, что в машине взрывчатка? Не могли! Ее не могло там не быть. В общем, все очень просто. С нами с самого начала играли. Это не мы шли по следу преступников, а они вели нас по своему следу. Организатору налета зачем-то нужно было, чтобы мы вышли на след грабителей. Я думаю, что организатор использовал всех слепую. Лучше всех был, конечно, информирован спец. Я думаю, что именно ему было поручено вводить нас в зону. Но и он не учел того, что организатор уберет его самого. Я думаю, что все было так. Спец передал Купцову вместе с иконами взрывное устройство, а Купцов сделал то же самое. Вместе с деньгами он передал спецу бомбу. Вопрос, кто? Этого я не знаю. Да. Во время взрыва были иконы. Скандалы.
желание бежать. Да, денечек сегодня не ловит. Прямо скажем. Алло. А если иконы были в машине во время взрыва, значит, если бы я не верна? Не совсем так. Да? Вот я не знаю, что ты кто. 20 тысяч. Там границы штуки 3-4 подписки. Я точно не помню. Нет. Привет, передай.